В Ульяновске отметили День матери. Для каждого мужчины слово «мама», «женщина» – это и любовь, это и ласка, это и слезы, это и умение прощать, это и многие-многие другие вещи, без которых мы, мужчины, жить просто не можем. На праздничном мероприятии были подведены итоги городского конкурса «Мама года 2010». В нем приняли участие будущие мамы, женщины с детьми до 10 лет и бабушки до 55 лет. Участницы показали заготовленные домашние задания, а также приняли участие в дефиле, блиц-опросе и постановочном танце. В торжественной обстановке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил многодетным мамам знаки материнской славы разных степеней. В рамках празднования Дня матери было подписано соглашение «Россия против жестокости к детям» между правительством Ульяновской области и фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд призван не стимулировать, а призван прежде всего, наверное, защищать права ребятишек на счастливое детство. И нам бы хотелось, конечно, с учетом того, что у нас с вами достаточно большое количество детей остается в трудной жизненной ситуации, когда родители их бросают, когда просто, наверное, случилась в жизни какая-то плохая ситуация, и парень, может быть, оступился где-то. Поэтому мы обращаемся сегодня к фонду и говорим о том, что, смотрите, у нас есть хороший проект.